Сегодня работники образования получили ключи от новых квартир. Всего 4 счастливых обладателя жилья в новостройке. В этом году это первое новоселье, но не последнее. Еще 5 квартир ждут своих хозяев. Это и есть сегодняшний новосел. Педагоги признаются, это, пожалуй, самый лучший подарок последнему звонку. Каждый ждал этого дня много лет. Кто-то приехал с другого района, поэтому ютились на съемных квадратах. Другие же под крышей с родственниками. Сегодня купить квартиру даже по ипотеке многим колыванцам не по карману. Ну, вообще, конечно, новость очень потрясающая, потому что жилищные условия не очень хорошие. То есть мы живем с родственниками, нас там много, а теперь свое будет жилье, конечно, это просто здорово. Евгения Никулина – учитель черчения и рисования на седьмом небе отчасти. Теперь у ее семьи есть собственное жилье. Тем более, совсем скоро здесь ждут пополнения. Ну, конечно, очень счастлива, очень рада, что будет свой угол, свое жилье. Тем более, пополнение ожидаем. И, конечно, это большая радость. По традиции ключи от служебного жилья вручает глава района. Сегодня в администрации говорят об успехах программы. В прошлом году таких новоселов было 6. В этом их уже будет 9. Все квартиры под ключ. Новоселы совсем скоро начнут обустраивать свои семейные гнездышки. Кстати, жить все счастливчики будут по соседству. В новостройке в микрорайоне Восточный.